посуды, начинаем ими работать. Сейчас, Нина, вот я понимаю, что вы тоже понимаете, что вы будете делать. Хотелось бы, чтобы я тоже поняла. Я буду такую вот волну делать. А, волну? Морскую, вот делать тематику абстракции, да. Затем поверх голубой спирали я делаю точно такую же спираль из темно-синей краски. Затем то же самое повторяем с темно-зеленым цветом. И, наконец, светло-зеленым. Какие работы можно здесь не делать? И в самом финале проводим жирную полоску из белой краски. Ну, прямая не очень пропускаема. А вот теперь самое время вытащить из кустов наш спрятанный рояль. Так. И вступает наш секретный инструмент. Я предполагала все, что угодно. Но вот то, что мы будем работать обычным феном, ну, никак не ждала. Прикольненько! Вот и весь секрет техники. Струей воздуха мы как бы выдуваем белую краску от центра в обе стороны. Ребята, это реально круто. Класс. Тут самое главное вот это вот словить, вот эту волну. Акриловая краска под клином растекается подобно маслу, открывая совершенно невероятное сочетание цветов. Скажу вам,